Победители и призеры соревнований приглашаются на церемонию награждения. Мы начинаем церемонию награждения призеров и победителей уникального турнира Кубка конно-спортивного клуба «Бреч». Конный комплекс «Бреч» – ведущее хозяйство Украины, специализирующееся на разведении лошадей ганноверской породы. Уже второй год подряд в качестве приза для всадника, который стал абсолютным лидером многоэтапного Кубка «Бреч», предлагается молодая спортивная лошадь. В сезоне 2018 года Кубок «Бреч» шагнул за пределы «Максимы Парк» и стал межрегиональным. Несколько конных клубок. Конно-спортивный клуб «Олимпия» Тюменская область, конно-спортивный клуб «Гермес» Саратовская область, конно-спортивная школа «Кентавр» Республика Татарстан, конно-спортивный клуб «Ника» город Находка Приморский край, конно-спортивный клуб «Яминская усадьба» Воронежская область, конно-спортивный клуб «Пегас» Москва, конно-спортивный клуб «Вента-Арена» Санкт-Петербург, конно-спортивный клуб «Темп» Московская область и, конечно, «Максима Парк» провели на своих площадках отборочные маршруты этого турнира, позволив всадникам выйти в финал и побороться за необычный приз. Церемонию награждения проводят старший судья соревнований Оксана Степаненко, директор конно-спортивного клуба «Бреч» Владимир Смоглюк. В результате проведенных соревнований в маршруте 130 сантиметров третье место занял Александр Молотков на лошади «Русский Кутузов», конно-спортивный клуб «Царицына», Горка, Ленинградская область. Он награждается бронзовой медалью, дипломом, сертификатом «Максима Вет», его лошадь – розеткой и лакомством от компании «Дрефс». Второе место занял Игорь Васильев на лошади по кличке Лирс, компания в Японии перевозки, Москва. Он награждается серебряной медалью, дипломом, сертификатом «Максима Вет», его лошадь розеткой и лакомством от компании «Дрефс». Победителем маршрута стал Андрей Горчаковский, выступавший на лошади «Сэмпа Фиделис», «Хартли Хорхаус», Московская область. Он награждается кубком, золотой медалью, дипломом, сертификатом «Максима Вет», его лошадь памятной розеткой и лакомством от компании «Дрефс». Слово предоставляется директору конно-спортивного клуба «Бреч» Владимиру Смоглюку. Всех. Поздравляю победителя. Лошадь, думаю, будет достойная, хорошего всадника. И всех ждем в конном заводе «Бреч». С праздником еще раз. Все участники финала старались победить, и каждому могла улыбнуться удача. И вот настал важный и волнующий момент. Жеребец «Базальт» 2014 года рождения ганноверской породы готов к встрече с новым владельцем. Победителем Кубка «Бреч» 2018 года стал Андрей Горчаковский. Победителю предоставляется право совершить круг почета на своем новом четвероногом боевом партнере. Итак, приветствуем победителя Кубка «Бреч» 2018 Андрея Горчаковского и ганноверского жеребца «Базальт». Yeah.
Мы поздравляем победителя Кубка Бридж 2018 года. Желаем дальнейших спортивных успехов и новых побед жеребцом «Базальт». Stand up for the champion.